На территории Тереньгульского района планируется строительство завода китайской компании по производству цемента. Однако окончательное решение пока не принято. Об этом было заявлено в региональной администрации, где прошло заседание рабочей группы по развитию этого муниципалитета под председательством главы областного правительства Александра Смекалина. По его словам, инвестор заинтересован в строительстве завода в нашей области, но пока это только проект. Есть Тереньгульский район. Важный район, стратегически важный район для нашего региона. Стоит на транспортных путях. Да? Сегодня, к сожалению, испытывает очень серьезные проблемы и сложности. Необходимо формировать экономическую платформу территории. Нашли вариант, возможность строительства на территории Тереньгульского района крупного налогоплательщика предприятия. Потенциальный завод – это 400 рабочих мест, современное производство и новые технологии. Кроме того, это дополнительный доход в виде налогов села Подкуровка и Есашная Ташлав, в районе которых может появиться предприятие. Однако в районе есть и те, кто настроен негативно к возможным переменам. Но таких, как заверяют жители тех мест, меньшинство. Большинство же надеются на перспективы. За те, кто на самом деле думает о том, что где они работать будут и на что они будут жить. Что наблюдаем мы? Работники школы, что с каждым годом количество детей, которые приходят в школу, оно уменьшается, потому что, ну, в основном все уезжают из-за отсутствия рабочих мест. Китайская компания «Конч», которую называют потенциальным инвестором, является одним из крупнейших производителей цемента в мире. Ее продукция экспортируется в более чем 40 стран, а количество филиалов превышает сотню. Решение о месте строительства нового предприятия в России будет принято в ближайшее время.